Это программа «День с толком». В студии Татьяна Голубева. Смотрите в этом выпуске. Уже все серьезно. В Михайловском районе из-за паводка введен режим ЧС. Зеленый свет. Какие дополнительные льготы получили многодетные семьи с одобрения краевых депутатов? Мутненькая пошла. Безопасно ли в период половодья пить воду из-под крана? В Михайловском районе из-за паводка ввели режим ЧС. Вода стремительно прибывает, подтопила несколько улиц, закрыто несколько дорог. Сложная обстановка еще в нескольких муниципалитетах края. Рена уже размыла, он там уже половину сторону размоет. И дальше едет Сережа туда. Вот такой была обстановка сегодня утром на дороге по направлению Назаровка-Полуямки в Михайловском районе. Но в течение дня ситуация в муниципалитете в целом осложнялась. Так, в райцентре Силия Михайловская талые воды подтопили три улицы. В селе устанавливают водоналивную дамбу, прокладывают канал для отвода воды и закрыли одну из дорог. Водой переполнились озеро Кирпичное и технический карьер. Также для проезда закрыли трассу Ощегуль Михайловского района, Каиб Ключевского района. Кроме того, талая вода затопила трассу Михайловская-Назаровка. Как заверяет руководство района, сейчас делают все возможное для стабилизации ситуации. Но обследование с воздуха показало, что с полей еще может прийти очень много воды. И местным жителям стоит проявить сейчас бдительность и осторожность. Отметим также, что сегодня закрыли проезд по одной из дорог в Локтевском районе. Также продолжается подъем воды в реках Алей и Черыш. Достижение критических отметок. Ими возможно уже в ближайшие сутки. Буквально сейчас стало известно, что в Венецию превращается и Славгород. По прогнозам специалистов, первая волна половодья в крае не должна проходить с особыми сложностями, поскольку основные факторы, влияющие на ход половодья, особо не отличаются от показателей прошлых лет. Ледоход на Оби предположительно должен начаться 8 апреля. Безопасность в торговых центрах усилят в Барнауле из-за сообщения о возможных терактах. Ранее власти региона призвали не поддаваться панике. Об усилении мер безопасности сообщил сегодня глава регионального МВД Андрей Подолян. Причина тому – волна сообщений о готовящихся терактах в торговых центрах города. Понятно, откуда они исходят, и на каждое сообщение ведомство реагирует, пояснил Подолян. Но добавил, что нельзя заранее говорить о том, что на этот раз информация будет ложной. Новые льготы для многодетных семей появятся в Алтайском крае уже в апреле. Пакет законов социальной ориентированности сегодня утвердили в стенах ОКЗС. Также на повестке сессии было изменение бюджета края. Какие недовольства выражали депутаты по двум этим темам, смотрите в сюжете Данила Кузнецова. На основе новых конституционных принципов в 1994 году начало работу Алтайское краевое законодательное собрание. В этом году парламентаризму на Алтае исполнилось 30 лет. И, конечно, за такой промежуток времени многое изменилось. Во-первых, срок полномочий продлили с 4 до 5 лет. Во-вторых, количество фракций выросло с 1 до 5. В-третьих, увеличилось число принимаемых законов. За первый созыв их появилось лишь 62. Однако именно тогда утвердили устав Алтайского края. Документ определял полномочия и порядок деятельности органов власти региона. В честь круглой даты в стенах Заксобрания прошли награждения. Праздник праздником, а работа по расписанию. На этой сессии основной пласт вопросов коснулся больших семей. Их число официально увеличится примерно на 10% благодаря новому определению многодетности. Это там, где воспитывают трое и более детей до 18 лет или до 23 лет те, кто обучается в очной форме. Каждому там исполняется, и вот дошли они третьему ребенку, но остается двое, тогда она теряет у нас льготы. А так все будут льготы предоставляться. Да, льготы будут предоставляться не только нуждающимся. К тому же их список расширился. Теперь всем многодетным семьям дополнительно будет скидка 30% на услуги ЖКХ. Школьники получат бесплатный проезд на общественном транспорте в течение учебного года. А семьи из других регионов освободят от курортного сбора в Белокурихе. Вот эти 50 рублей курортного сбора. Многодетные семьи будут освобождены от уплаты, там 50 рублей за каждый день. Но повторюсь, что это многодетные семьи из других регионов, потому что наши многодетные семьи, они и так освобождены, как и все жители Алтайского края, от уплаты курортного сбора в городе Белокурихе.
Однако с льготами все оказалось не так просто. Проблема возникла с бесплатным проездом на общественном транспорте, поскольку в законе указано, что органы местного управления лишь вправе ее предоставлять. Следовательно, возникает вопрос о двойном толковании нормы. Поэтому законом заинтересовалась прокуратура. Вопрос в том, что не возникла ли на практике ситуация, когда дети из многодетных семей в результате вот нашей этой дискуссии, в том числе с прокуратурой, вообще не останутся без этой меры поддержки. Споры были и по поводу другого важного события – изменений в бюджет региона. Расходы на этот и следующий год увеличатся более чем на 18 миллиардов рублей. Некоторые фракции хотели внести свои поправки в законопроект, но из-за технических особенностей не смогли. Но сейчас мы с вами не проголосовать, не обсудить, не принять решение по нашей поправке не можем. Соответственно, у меня вот есть вопрос, насколько правильно, что мы обсуждаем сейчас сразу в двух чтениях. Тем не менее, изменения единогласно поддержали. Деньги преимущественно пойдут на оплату труда работников бюджетной сферы, на льготы многодетным семьям, матпомощь отдельным категориям граждан, ремонты соцобъектов и дорожное хозяйство. В итоге дефицит средств в казне в 2024 составит почти 30 миллиардов рублей. За счет чего эти 30 миллиардов мы будем оплачивать, если все расходы нужно будет произвести? Те остатки, которые у нас остались на счетах с прошлого года, вот мы их подсчитали раз. Правительство Российской Федерации продолжает поддерживать регионы, и продолжаются наши длительные меры поддержки, связанные с предоставлением кредитных ресурсов. Условия, на которых эти деньги займут у федерального правительства, достаточно мягкие. Кредит на 15 лет под 3% годовых. Такие меры позволят Алтайскому краю неспешно отдавать долг в ближайшие годы. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Врача одного из медучреждений края подозревают в получении взятки в крупном размере, которую дал похоронный агент. Следователи уже возбудили уголовное дело в отношении врача, а также предпринимателя, работающего в сфере оказания ритуальных услуг. По данным следствия, в период с 2019 по 2023 год похоронный агент города Барнаула передавал медицинскому работнику одного из учреждений здравоохранения региона частями взятку в виде денег в сумме не менее 160 тысяч рублей путем перечисления на расчетный счет должностного лица. Такое вознаграждение предоставлялось врачу за сведения об умерших людях, чтобы похоронщики могли заключить с их родственниками договоры на оказание ритуальных услуг. То, чем занимались врач и агент, пресекли сотрудники полиции. Сейчас следователи изучают все изъятые документы, допрашивают свидетелей, а также выясняют все обстоятельства случившегося и вероятность других противоправных действий фигурантов дела. Контролирует ход расследований прокурор края Антон Герман. Здание детского сада «Хэппи Бэби», где издевались над детьми, конфисковали в доход государства. Такое решение сегодня вынес краевой суд. Там рассмотрели апелляционную жалобу прокуратуры потерпевших по делу о легализации имущества, заведомо добытого преступным путем и хищении. Напомним, суд первой инстанции признал экс-заведующую детским садом «Хэппи Бэби» Елену Воротникову виновной по трем составам преступления – легализация имущества, заведомо добытого преступным путем хищения, ведение деятельности через подставное лицо. Подсудимую Центральный районный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно. Потерпевшие и прокуратура с приговором не согласились, вышли в апелляцию. Состав судей сегодня, рассматривая апелляционную жалобу, скорректировал приговор. Воротникову приговорили уже не к 3,5, а к 4,5 годам условно. Суд также удовлетворил требования гособвинителя. Изъял здание детского сада, где истязали детей, в доход государства. Сторона потерпевших уверена, что Воротникова в кассации попробует отстоять скандальное помещение на Приречной площадью более чем 400 квадратных метров. Ведь его стоимость, по предварительным оценкам потерпевших, на сегодняшний день превышает 70 миллионов рублей. Известно, что потерпевшие и прокуратура продолжат в кассационном суде Кемерово добиваться реального срока для Елены Воротниковой. Странный вкус и мутный цвет. Жители Барнаула последнюю неделю жалуются на воду из-под крана. Специалисты из водоканала это подтверждают, но тревогу бить не стоит. Такая ситуация с водой в марте повторяется из года в год. Так в чем причина мутной воды и можно ли сейчас пить воду из-под крана, расскажет Дмитрий Дроздов.
Каждый год в марте месяце вода в наших кранах меняет вкус и цвет. Это связано с паводковым периодом. Талые воды с полей попадают в реки, тем самым обь становится не такой чистой, как зимой. Использование объемов специальных реагентов, периодичность лабораторных исследований увеличивается кратно по отношению к другим периодам года. Ну, вы можете не беспокоиться, все реагенты, которые используются, даже в увеличенных дозах, они в нормативе. В лаборатории подтверждают, мутность воды увеличилась значительно, ее очищают с помощью отстаивания, фильтрации и добавления флокулянта. Но изменилась не только мутность, но и цвет воды. Она приобрела желтоватый оттенок. По шкале цветности вода безопасна в пределах от 0 до 20 градусов. На сегодняшний день вода у нас выглядит речная, вот так, подо льдом. Если зимой она абсолютно прозрачная, ее не отличишь от питьевой, то сейчас это вот такая вода. 3 недели в году вода у потребителя может поменять свои свойства. Но она не стала от этого какой-то там плохой или непригодной для питья, просто она стала другая. Она стала немного другого цвета, немного другого запаха. Зимой из-под крана барнаульцев бежит вода в 3 градуса цветности. Сейчас она в пределах 6-7. Чтобы избавиться от вредных бактерий, используют больше хлора. Поэтому и запах воды из-под крана тоже меняется. При этом даже немного желтоватая. Абсолютно безопасно, утверждают сотрудники лаборатории. Как с точки зрения химического состава, так и микробиологического. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае хотят ввести ограничения для владельцев самокатов, гироскутеров и велосипедов. Возможные изменения затронут всех участников движения, использующих средства индивидуальной мобильности. Подобная инициатива возникла прежде всего из-за высокого травматизма. За последний год, по официальным данным, в регионе пострадало 30 человек. Это и сами владельцы самокатов и велосипедов, и те, кто пострадал из-за таких гонщиков. Предложение по изменению ПДД затрагивает прежде всего скоростной режим. Не более 25 км в час при движении по обочине и проезжей части. Также будут необходимы светоотражающие элементы и шлемы. В парках и скверах ограничения еще жестче, не более 8 км в час. Онлайн-голосование за благоустройство городской среды открыто до 30 апреля. В списке 12 районов Алтайского края и 37 территорий только в Барнауле. Проголосовать может любой местный житель, достигший 14 лет. Результат покажет приоритетные зоны, на благоустройство которых направят финансы. Парки, дворы, популярные или исторически значимые места. Среди них и Народная площадь. О ней расскажем подробнее. Место притяжения горожан, площадь Народная, исторический центр Ленинского района, место столь же популярное для местных, как в железнодорожном районе площадь Сахарова. Территория окружена жилыми многоэтажками, и в ее обновлении люди особенно нуждаются. По воспоминаниям старожил, эта площадка была предназначена для проведения ярмарок. В 80-е годы сюда переехала главная районная елка, здесь проводились новогодние мероприятия, масленичные гуляния и районные праздники. Сегодня на Народной площади помимо дорожек и газона есть детский игровой комплекс и высаженные деревья. Теперь жители хотят сделать пространство более комфортным и современным. И это может случиться в следующем году по проекту «Жилье и городская среда». В первую очередь это устройство линий наружного освещения, дополнительных пешеходных дорожек, устройство малых архитектурных форм. И самое главное, это по просьбе жителей района, это строительство спортивной площадки для игры в волейбол и баскетбол. Проект реконструкции площади выглядит так. Изменения коснутся зеленых насаждений и малых архитектурных форм. Изображение есть на официальном сайте голосования нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году он стартовал 15 марта. В первые 3 дня сделать выбор можно было на открытых участках в школах. Там же волонтеры предлагали помощь с использованием онлайн-программ. В настоящее время доступен только онлайн-формат голосования. Почтового голосования нет. Проголосовать можно только через интернет, через сайт госуслуги или через волонтеров соответствующих. Прошу сделать свой выбор, а еще прошу, может быть, самых активных стать волонтерами и помочь нам в сборе голосов, поработать с теми людьми, которые не совсем разбираются в системе интернет.
Добавим, что проголосовать за площадь Народную и другие городские территории, которые участвуют в конкурсе, может любой барнаулец, которому уже исполнилось 14 лет. Голосование продлится до 30 апреля. Дарья Ерошина, «День с толком». Мощнейшая за последние 20 лет магнитная буря уровня G4 обрушилась на Землю. По данным ученых, скорость солнечного ветра вблизи нашей планеты составляла около 800 км в секунду. Это почти вдвое выше обычного уровня. На кого пала основная нагрузка от этого ветра? И почему вспышки на Солнце будут повторяться все чаще, расскажем в следующем сюжете. Сейчас космическая погода уже стабилизировалась, а вот начиная с минувших выходных, ученые фиксировали на Земле очень сильную магнитную бурю уровня G4. По словам ученых, она почти достигла геошторма. Крайний раз он был в 2005 году. Суть бури в том, что сгустки оторвавшихся от частиц поверхности Солнца на огромной скорости летят к Земле. Их влияние нельзя не заметить. Электричество может отключиться на определенном районе, на целом материке, например. А сейчас мы привыкли еще к системе все-таки мобильной связи, а спутники непосредственно работают на определенной высоте. И взаимодействие в магнитосфере, в атмосфере Земли, это же естественное явление, когда сбиваются навигационные системы. Влияют ли магнитные бури на самочувствие людей? В этом вопросе мнения ученых расходятся. Медики говорят однозначно. Люди отмечают нестабильность своего состояния. Увеличивается риск так называемых сердечно-сосудистых катастроф, причем не только у пожилых людей. В дни повышенной солнечной активности количество и звонков, и переходов, и оказания неотложной помощи, количество вызовов в такие дни возрастает. Скачет давление, то есть отмечается головная боль. В последнее время это стало отмечаться тем, что появляются признаки, ну, скажем так, апатии, депрессии, какого-то снижения настроения, негатива. В такие дни пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо обязательно регулярно принимать свои лекарства, чтобы не усугубить состояние. Кстати, буря, которая обрушилась на Землю в начале недели, на этот раз не особо повлияла на сбои техники, а вот приятные моменты были. На нашей планете могли наблюдаться полярные сияния. То есть вот это нагнетание, казалось бы, магнитная буря, ах, необычное такое явление. Ну, наверное, для ученых, которые занимаются гелиоастрономией, это достаточно важное явление для наблюдения, но из разряда вот таких уже хороших. Очередная довольно сильная вспышка на Солнце будет уже в конце апреля. И вообще бури сейчас обычное явление. У Солнца активный 11-летний цикл, и он приближается к пику активности. Кстати, вспышки на Красной планете, черные пятна, заметит любой, кто посмотрит на Солнце в телескоп. А такую возможность в планетарии теперь дают довольно часто. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, «День с толком». Яркие цвета и смелые образы. Самый юный визажист Алтайского края провела мастер-класс по мейкапу для участниц конкурса «Маленькая красавица Алтая-2024». Напомню, финал конкурса красоты пройдет в Барнауле уже в это воскресенье. За корону красоты поборются 24 конкурсантки от 5 до 13 лет. А пока расскажем и покажем, как идет подготовка. И важно хорошо растушевать. Уверенно держать кисти в руках, уметь сочетать цвета. И можно воплощать любой образ. Десятилетний визажист Варвара Кольченко рассказывает маленьким красавицам, участницам конкурса «Маленькая красавица Алтая» азы мейкапа и подчеркивает красоту каждой участницы. Насколько важно юным красоткам уметь краситься? Если есть к этому тяга, то это очень круто. И важно это уметь делать правильно. И, то есть... Правильно, для каких-то определенных целей. Для школы отдельно и макияж есть, для каких-то других мероприятий. Я крашу даже, когда в магазин иду. Вот, поэтому можно сказать, макияж для магазина тоже есть. Мастер-классы, фотосессии, репетиции, дефиле. График у конкурсанток расписан по минутам. Через несколько дней юным моделям предстоит показать себя во всей красе. Состоится финал конкурса «Маленькая красавица Алтая-2024». Конкуренция серьезная. 24 участницы. Есть какие-то приметы? Может быть, даже перед тем, как выйти на подиум, какой-то ритуал, приметы? Поделитесь, интересно. У меня нету примет. Но главное – это не волноваться. Ну, все. Не переживать нужно, ну, не думать о плохом и думать только о хорошем. И даже если
ты не выиграешь в конкурсе, то нужно радоваться за другого человека, который победил. Организаторами конкурса являются модельное агентство «Стиль» и центр конкурсов «Королева Алтая». История маленькой красавицы Алтая насчитывает уже 21 год. За это время сотни талантливых девочек освоили походку от бедра, побороли страх перед большой аудиторией и получили настоящее удовольствие от красоты и стиля. Валентина Аскерова, Михаил Филиппов. День с толком. А у меня на этом все новости. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Эвалар». Мира и добра всем. До встречи.